Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телевизионное епархиальное обозрение. В сегодняшнем выпуске вы увидите День памяти святого первоверховного апостола Андрея Первозванного, покровителя Одесской духовной семинарии, праздник портового храма Одессы в честь святителя Николая Чудотворца, третий гуманитарный груз от прихода в Одесской епархии для пострадавших мирных жителей Донбасса доставлен в прифронтовую зону. Одесская епархия организовала праздник для маленьких беженцев из Донецкой и Луганской областей. Об этом и многом другом подробнее смотрите в нашем выпуске. Тринадцатого декабря, в день памяти святого первоверховного апостола Андрея Первозванного, высокопреосвященнейший митрополит Одесский Измаильский Агафангел совершил божественную литургию в Свято-Успенском мужском монастыре. Перед литургией по давней традиции был совершен постриг вочтецов, воспитанников выпускного 4-го курса Одесской духовной семинарии. А затем в актовом зале ОДС состоялось торжественное собрание по случаю годичного акта духовной школы. Основной миссией святого апостола Андрея было распространение истинного учения Христова, создание христианской церкви, приобщение народа к ней и оказание духовной помощи каждому нуждающемуся и заблудшему. В этот день мы прославляем того, кто был первым призван на апостольское служение ко Христу Спасителю и посвятил жизнь Богу, пострадав за Него на кресте. События этого дня имеют немаловажное значение для воспитанников и преподавателей Одесской духовной семинарии, так как святой апостол является покровителем духовной школы и всех учащихся и трудящихся в ней. По сложившейся традиции, это торжество начинается с праздничной божественной литургии, во время которой высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский Измаильский, совершает хиротесию, то есть поставление вочтецы воспитанников 4-го курса. Память святого апостола Андрея является главным праздником, наверное, для нашей Одесской духовной родной школы. Вот. И особенно для воспитанников 4-го курса, которые в этот день принимают первую степень священства вочтеца. И для них это первая ступень серьезного выбора в их жизни для достижения уже в дальнейшем главной своей цели. Это все-таки принятие священства, принятие таинства хиротонии в дальнейшем, чтобы уже не только себя вести к какому-то либо спасению личному, но все-таки руководствовать уже людьми. По окончанию божественной литургии последовал годичный акт, который проходил в актовом зале в стенах духовной семинарии. Открыл годичный акт ректор Одесской духовной семинарии архимандрит Серафим, поблагодарив митрополита Агафангела, архиепастыря и пастырей и всех присутствующих гостей за весомый вклад, труды и усилия, которые поспособствовали процветанию и развитию духовной школы. Затем от лица проректора Одесской духовной семинарии последовал годичный отчет за 2013-2014 учебные годы о проделанной работе и достигнутых успехах, после чего, вызвавший интерес присутствующих, выступил с актовой речью протоиерей Андрей Наливайко. Задача семинария – воспитать не просто людей, знающие религиозную философию, могущие оперировать с нынешним атеистическим миром, но прежде всего воспитать духовных личностей. Богословие, которое не воодушевляется духом и молитвой, есть просто теоретизированным знанием о Боге. А вот задача нашей семинарии, нашего учебного заведения – дать будущим пастырям не только лишь теоретические знания, но и научить их быть духовными людьми. Далее прозвучали праздничные приветствия и поздравления от архипастырей Украинской Православной Церкви и ректоров духовных школ, после которых все присутствующие с огромным вниманием выслушали мудрое напутственное слово высокопреосвященнейшего митрополита Агафангела, где он подчеркнул. И вы, дорогие воспитанники и воспитатели, именуемые богословами, должны во всей полноте осознавать степень ответственности того призвания и причислить вкус Господа, на который вы, подобно первозванному апостолу, откликнулись в своей жизни. В эти торжественные дни, молясь нашему покровителю и размышляя о его апостольском подвиге, помните, что всю полноту благодати получает тот, кто оставил мрежи, идет за Христом. По окончанию годичного акта состоялся концерт, в котором приняли участие мужской хор Одесской духовной семинарии и певчий коллектив «Воспитанец Регинского отделения».
19 декабря Святая Православная Церковь чтит святителя Николая, мир Ликийских чудотворца. Этого святого почитают во всех уголках земного шара. Ему молятся представители различных религий, прося покровительства и помощи для путешествующих, мореплавателей, детей и всех скорбящих и обремененных. В этот день многие храмы Одесской епархии празднуют свой престольный праздник. Так, 19 декабря радость прихожан Свято-Николаевского храма ПГТА «Видеополь» прибыл разделить с ними и высокопреосвященнейший митрополит Агафангел, возглавив божественную литургию и праздничный молебен. 19 декабря. Радостный день в жизни прихожан Свято-Никольского храма города Овидиополь. А начался он с того, что их духовный маяк празднует свой день рождения, и сюда прибыла частица мощей их небесного покровителя. Но не только от этого их сердце наполняется светлыми чувствами. Еще больше они радуются тому, что их кафедральный собор посетил высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский. И вместе с викарным епископом Овидиопольским Аркадием они едиными устами, единым сердцем за божественной литургией помолились святителю Николаю, небесному покровителю не только их духовного островка, но и города. Очень благодарен лично владыке митрополиту за то, что он нашел время для того, чтобы посетить кафедру Овидиопольскую, вознести молитву святителю Николая, которую он очень любит, для того, чтобы на этой земле воцарился мир и чтобы в наших душах была всегда духовная радость. Святитель Николай, согласно житию, родился в Малой Азии в III веке. С детских лет преуспевал в изучении Божественного Писания. Когда его родители умерли, то он унаследовал их состояние. Однако святой отдал его на нужды благотворительности. Еще при жизни он прославился как умиротворитель враждующих, защитник невинно осужденных и избавитель от напрасной смерти. Свято-Никольский храм города Овидиополь имеет почти 200-летнюю историю с учетом того, что город старше жемчужины Черноморья на один год. Сначала он имел деревянную форму, но после пожара стал уже в той силе и красоте, которая позволила ему сохраниться до наших дней. Поражает своей красотой роспись. Чувствуешь какое-то умиротворение, находясь внутри храма. Глядываясь в глаза прихожан, начинаешь видеть всю радость, которая наполняет их сердца от звучания сладостных песнопений, совершения литургии и, конечно же, понимания того, что сегодня их престольный день. Многие из них приносят слова благодарности настоятелю за этот праздник. Для нас действительно замечательный день сегодня. Ну, не зря, наверное, некоторые прихожане, подходя ко мне, говорили, что Господь сподобил нам праздновать Пасху зимой. И действительно для нас большая радость, потому что впервые владыка Агафангел, как правящий архиерей нашей епархии, совершает в нашем храме богослужение в сослужении викария Одесской епархии епископа Овидиопольского Аркадия. День замечательный, день благодатный, тем более для Овидиополя, потому что более 200 лет Овидиополь находится под покровом, молитвенным покровом святителя Николая, который действительно на протяжении этих столетий являет большую милость. Да, это видим и в наши дни, когда есть разделения, расколы. А молитвами святителя Николая мир, тишина и прочее сохраняется в нашем граде. Но не только в этот день радуются взрослые прихожане. Есть еще и подрастающее поколение, которое пришло на службу в честь святителя Николая. Не зря это самый любимый праздник малышей. Ведь именно в этот день почти все их просьбы, которые исходят из чистого сердца, исполняются. Ну и, конечно, подарки под подушкой, которые они ждут целый год. Но не только о подарках они думают. Есть у них и другие заветные мечты. Мне нравится праздник то, что под подушкой ложат подарки, просыпаешься и под подушкой подарки. И что, чем мне нравится праздник, то, что на службе стоять. Это наш храмовый праздник, и я люблю очень нашу церковь, и мне нравится, когда он приносит подарки. Я его очень не ждала и старалась вести себя целый год хорошо и прилично. Ну, он всем помогает. А кто не слушается, он тому не помогает. И вообще ему не дарят подарки. Наверное, по-особенному чтят святителя Николая моряки и путешественники, ведь он является их покровителем и защитником. В этот день Одесский Свято-Никольский храм на Морвокзале отметил свой 20-й день рождения.
Праздничную литургию в престольный праздник по благословению митрополита Агафангела совершил Преосвященнейший Диодор, епископ Южнинский, викарий Одесской епархии. А по окончании богослужения он осветил мозаичный образ святителя Николая, который украсил фасад припортового храма. Святой Николай известен всему миру своей добротой и щедростью, а для моряков и путешественников он является близким помощником, поскольку не раз защищал их в трудные минуты. В истории жизни святого упоминается случай, когда, будучи молодым человеком, в одном из своих морских путешествий из Миры в Александрию, он воскресил моряка, сорвавшегося с элемента корабельной оснастки в шторм и разбившегося насмерть. Святитель Николай особенно чтится моряками, потому что неоднократно известны случаи, когда он являлся морякам, которые терпели бедствия, которые вот-вот могли погибнуть в морской пучине, но он приходил и своим чудесным вмешательством менял эти обстоятельства к лучшему. Поэтому сегодня мы его с любовью почитаем, собираемся в дни его памяти в его храмы и верим и знаем, что обязательно он, как имеющий дерзновение перед Богом, как друг Божий, он обязательно исполнит все наши просьбы. 20 лет назад на берегу Черного моря по благословению Высокопресвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, построили Свято-Никольский храм, чтобы каждый странствующий мог попросить помощи у своего покровителя. Ведь испокон веков во всем христианском мире моряки получали благословение перед рейсом, а возвращаясь, приносили дары к образу всеми почитаемого святого. Одесские моряки также почитают святого Николая и перед каждым рейсом приходят помолиться ему в Свято-Никольский храм. А жены и матери молятся за их благополучие. Возвращение домой. И перед каждым выходом в рейс, естественно, что обращаемся. Ну, как мне дедушка когда-то говорил, без Бога не до порога, а с Богом хоть и за море. Это мне когда-то дедушка говорил мой. Поэтому я так, в общем-то, следую все-таки его, так сказать, наставлениям. Считаю, что помогает, конечно. Я хожу каждый раз в церковь. Каждые выходные, праздники, за него молюсь, за свою семью молюсь. Все, так нас учили. И сегодня я и хожу и 22 мая сюда, и 19 декабря. Мы каждый раз. У меня сын моряк, механик, старший механик, внук моряк. Я каждый год прихожу в эту церковь, молюсь за них. И часто хожу в церковь, желаю им здоровья, тихой погоды, дружбы. И в рейсе всегда и сын, и внук молятся ему. И в трудную минуту он обязательно им помогает. В праздничный день владыка Диодор провел в храме литургию, а также по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела. Поздравил настоятеля храма и вручил высокую награду за заслуги перед Одесской епархией. Владыка Диодор осветил самую большую мозаику в Одесской области – 300 тысяч мозаичных кубиков, расположенную на внешней стороне Свято-Никольского храма. Образ Николая Угодника смогут увидеть моряки, уходящие в рейсы и возвращающиеся домой, в родную Одессу. Всякий, кто будет входить в Одесский порт или уходить из него, будет видеть образ, он действительно большой, его будет видно с любого судна, даже самого огромного, с океанского лайнера, и будет помнить, что святитель Николай всегда рядом. Война на востоке Украины оставила вдовами, сиротами, обездоленными и голодающими, в прямом смысле этого слова, тысячи, десятки тысяч людей. Огромное количество искалеченных судеб и испорченная мирная жизнь. Кто бы мог подумать больше года назад, что Господь пошлет нам эти испытания для нашего вразумления? Кто бы мог сказать, что братоубийственная война развернется на просторах мирной и цветущей Украины? Но все, что происходит, думаю, дается нам для вразумления и осознания какой-то истины. Ведь посмотрите, за несколько десятилетий мы перестали ценить мир, дружбу, взаимоуважение, толерантность и взаимопомощь. Каждый гнался за сиюминутной выгодой и пытался во всем найти финансовую составляющую. Современный технологический прорыв 21 века – погрузил нас в виртуальную жизнь, и во многом мы стали оторваны от реальности. Ведь согласитесь, до войны мы не часто обращали внимание на нищих и обездоленных, мы не находили времени, чтобы кому-то помочь и протянуть руку помощи. И вот кровопролитный конфликт на Донбассе перевернул нашу жизнь и дал нам понять, что только на принципах добра и взаимопомощи можно мирно сосуществовать и строить государство.
Одесская епархия Украинской Православной Церкви и верующие одесситы не остались в стороне от чужой беды и вот уже третий раз отправляют гуманитарный груз для мирных жителей Донбасса. По благословению митрополита Одесского и Измаильского Гафангела, делегация Одесской епархии в составе благочинного Одесской епархии протоиерея Павла Полищука, протоиерея Олега Козлова и других благочестивых прихожан доставила гуманитарную помощь для мирных жителей Донецкой области в прифронтовую зону. Тысячи погибших и десятки тысяч раненых – результат военных действий на территории Украины. Несколько лет назад мы и представить не могли, что такое может происходить в нашей стране, на нашей земле. А сегодня это реалии Украины. Множество мирных жителей на Донбассе лишились крыши над головой. Ситуация усугубляется тем, что на улице зима. По благословению высокопреосвященнейшего владыки Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, в храмах Одесской епархии уже в третий раз собирали груз с гуманитарной помощью для мирных жителей Донбасса. И несмотря на то, что этот очередной этап сбора гуманитарной помощи в Одессе завершился и гуманитарный груз был сформирован, неравнодушные одесситы ежедневно приносят в храмы епархии все, что могло бы помочь мирным жителям Донбасса, которые попали в безвыходную ситуацию. Так что, если понадобится, отмечают в Одесской митрополии, будет формироваться и четвертый груз с гуманитарной помощью. Отметим, что за последние месяцы на Донбасс от Одесской епархии было отправлено уже два гуманитарных груза, всего более 50 тонн. В отличие от двух предыдущих, в третью гуманитарную помощь от Одесской епархии вошли лекарства от вирусных и простудных заболеваний, а также инсулин. Это то, что особо необходимо жителям Донбасса в зимние холода. Также мы везем на 70 тысяч гривен закупленных медикамента, жизненно важного медикамента, инсулина. Без этого медикамента тоже люди, страдающие сахарным диабетом, не могут продлевать свою жизнь. Среди множества коробок и мешков можно заметить отдельный груз для детей – теплые вещи, обувь, средства гигиены и игрушки. Помощь Одесская епархия оказывает и вынужденным переселенцам с Востока, которые сегодня проживают в Одессе и в Одесской области. По официальным данным, их более 19 тысяч, из которых около 6 тысяч – дети. Ежедневно наши соотечественники из этой категории обращаются за помощью к высокопреосвященнейшему Агафангелу, митрополиту Одесскому и Измаильскому. На сегодняшний день Одесская епархия направила уже более 1 миллиона гривен на оказание адресной материальной помощи нуждающимся. По благословению владыки вынужденные переселенцы также получают необходимую помощь в Свято-Алексеевском храме Одессы. Утро 16 декабря в Свято-Успенском мужском патриаршем монастыре началось с акафиста. Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, многочисленное духовенство Одесской епархии, студенты Одесской духовной семинарии и прихожане разных храмов нашей митрополии молились о том, чтобы наступившее перемирие на нашей многострадальной земле не было нарушено. О том, чтобы мирные жители Донбасса, оказавшиеся в беде, почувствовали, что они не одни. О том, чтобы третий гуманитарный груз от Одесской епархии благополучно прибыл по месту назначения. Ведь любое дело православные начинают с благословения. И сегодня просили об этом благословении Божьем на доброе дело. После окончания акафиста владыка Агафангел осветил машину с гуманитарным грузом. Консервы, масло, крупы и макароны, теплая одежда и медикаменты, 27 тонн помощи, а главное – неравнодушие от одесситов и жителей Одесской области для мирных жителей Донбасса. Это уже третий груз, отправляемый на восток от Одесской епархии по благословению митрополита Агафангела. Мы желаем, чтобы Господь остановил мир. Перемирие сейчас продолжается, дай Боже, чтобы оно продолжалось и на будущее, чтобы не началась больше война, чтобы люди на юго-востоке, всех, кто там живет, жили в мире и согласии, и чтобы участие каждого из нас было свидетельством того, что для нас нет чужих, для нас все близкие, для нас все дорогие. И мы, оказывая помощь, свидетельствуем о том, что добро должно победить. И пусть никогда не повторится то, что совершилось. Также владыка благословил в дорогу Касперовской иконой Божией Матери водителя грузовика и сопровождающих гуманитарную помощь. Прихожане храмов Одесской епархии, которые принимали участие в сборе гуманитарного груза, считают, что помощь ближнему – это главная заповедь христиан. И ее исполнение поможет жителям Востока пережить эту зиму. Надеемся,
Мы не надеемся, им действительно будет легче от сознания того, что они не одни. Потому что это... Когда ты один, ты один. Когда ты знаешь, что с тобой кто-то где-то там далеко, он тебе помогает, тебе легче от сознания того, что ты не один. Сквозь густой туман третий гуманитарный груз от Одесской епархии выехал на восток Украины. Это стало возможным при содействии Одесской облгосадминистрации и по согласованию с правоохранительными органами Одесской области. А на Донбассе гуманитарный груз с нетерпением ждут и уже готовы с благодарностью встречать мирные жители. 750 километров от Одессы до Донецкой области. Более 9 блокпостов. Несмотря на все сложности пути, третий гуманитарный груз от Одесской епархии для жителей Востока Украины прибыл в село Никольское Волновахского района Донецкой области. Это в 40 километрах от Донецка. Мы находимся в селе Никольское. В монастыре идет разгрузка гуманитарного груза. Доставлен без особых препятствий, но в то же время чувствуется, что это зона боевых действий, блокпосты. Мы, конечно, сделали все возможное, чтобы у нас были необходимые сопроводительные письма. В связи с этим и не было особых проблем. Но в то же время каждый блокпост... Проверялись и документы, и задавались различные вопросы. Основной груз в виде продуктов питания, круп, теплых вещей разгрузили в Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре. А оттуда уже, по благословению митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона, священнослужители Донецкой епархии гуманитарную помощь будут распределять через храмы наиболее нуждающимся мирным жителям, живущим в прифронтовой зоне. Сразу же по прибытию в монастырь груз гуманитарной помощи с лекарствами и детским питанием перегрузили в микроавтобус, который отправился напрямую в Донецк. Были перегружены все лекарства, которые мы доставлены на сумму более 20 тысяч гривен. И в том числе и инсулины, которые мы доставили на сумму более 70 тысяч гривен. Они уже уехали в Донецк и они уже будут переданы тем людям, которые остро нуждаются. Ведь то, что мы приобрели, это продлевает человеку жизнь. Не более того, это... жизненно необходимые препараты. Эти лекарства, эти препараты, в том числе и детское питание, уже уехало в город Донецк, где будет распределено епархией на Украинской Православной Церкви тем людям, которые остро в этом нуждаются. Гуманитарный груз в монастыре встречал епископ в Арсенофе, викарий Донецкой епархии. От имени верующих Донбасса он поблагодарил одесситов за помощь. Мы благодарны всем, кто собирал, кто жертвовал свои средства на то, чтобы купить препараты, купить продукты питания, потому что у нас действительно есть люди голодающие, страждущие, которые лишены крова, лишены средств существования. Это самые незащищенные слои населения. Это пенсионеры, это дети, это старики. Да, и молодежь, которая потеряла работу, ведь промышленные предприятия очень многие разрушены и не работают. Люди просто лишены возможности зарабатывать себе хлеб насущный. Поэтому эта помощь, она очень своевременная. И в эту суровую зиму, конечно, это как тепло, которое войдет в дома и в сердца людей. Мы очень благодарны. Пусть Господь благословляет град Одессу, область всех живущих и низкий поклон владыке Агафангелу за его любовь к нам всем, живущим на Донбассе. Православная церковь в тяжелые для Украины времена не оставляет без поддержки тех, кто оказался в беде. По благословению высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, в Одесской епархии проводится ряд мероприятий для вынужденных переселенцев с востока Украины. Чтобы они почувствовали, что они не одни, что здесь они как дома. Ведь покинув свои насиженные места, они надеются на нашу помощь и поддержку. В канун Дня Святого Николая известное одесское заведение «Свеча» совместно с Одесской епархией Украинской Православной Церкви гостеприимно распахнули свои двери для детей-беженцев из Донецкой и Луганской областей. Побывали на празднике и наши корреспонденты.
В зале более 100 детей из зоны военных действий на Донбассе. Открывая праздник, подготовленный для них, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Одесской епархии протоиерей Дмитрий Яковенко от имени митрополита Агафангела поздравил детей с праздником святителя Николая. Он подчеркнул, что в этом году им приходится отмечать этот праздник не в родных домах, а здесь, на богохранимой одесской земле. И одесситы постарались создать детям домашнюю атмосферу праздника. Любой человек, который видел своими глазами какую-то беду, он это очень тяжело переносит, даже взрослый человек, а тем более младенец. Это травма душевная. А церковь является врачебницей для людей, и она предлагает свою помощь, свои врачевания. И когда ребенок получил такое ощущение страха, боясь смерти, ему нужно показать, что есть люди, которые его могут защитить. Мы хотели сегодняшним праздником как-то показать детям, что они не одни, что их боль – это наша боль, и мы поставим свое плечо и защитим их. Защитим молитвой, нашим добрым словом, защитим их молитвой. Помоги Господи, конечно, чтобы эти дети пережили эту травму и уже выросли хорошими, добрыми христианами. Сегодня на праздник пришли довольно-таки много детворы, потому как, узнавшие о сегодняшнем мероприятии, получившие приглашение, конечно же, каждый из них захотел присоединиться к вот такому церковному празднику, доброму, милому, которое наверняка в сердце каждого из них оставит память и о городе Одессе, и о празднике святителя Николая здесь, в нашем городе. Святого Николая очень любят дети из разных уголков православной Украины. Донбасс не исключение. Маленькие вынужденные переселенцы из Луганской и Донецкой областей тоже любят этого покровителя детей и путешественников. Это дядя, который ложит под подарки игрушки. Тем деткам, которые слушаются. Он ложит под подушки детям подарки. Всем, только некоторым детям под подушку лозины. За то, что они плохо себя ведут. Святой Николай тот, кто приносит детям радость и подарки. Он все время любит детей, как и Дед Мороз. Святой Николай, он приходит ночью и раздает всем хорошим детям подарки. Они хорошим лозинки. Святой Николай – это такой человек, который все время, когда жил, он дарил детям подарки, их очень любил. Но когда он умер, Бог его сделал святым, и его душа начала дарить подарки незаметно. Верующие одесситы с самых первых дней боевых действий на востоке страны помогают беженцам, организовывают пункты их приема, снабжают питанием, одеждой, лекарствами и всем необходимым. Праздник для детей с востока Украины – это тоже часть помощи, которую не могли не оказать верующие люди. Ведь детство у детей должно быть, и в нем должно быть место празднику. Поэтому взрослые жители Донбасса, которые привезли на праздник, организованный Одесской епархией, своих детей, едва сдерживали слезы, благодаря за тепло и поддержку. Для детей, которых мы привезли, это большой подарок. Это масса впечатлений, я думаю, получат они от сегодняшнего вечера. И приятное воспоминание будет на всю жизнь. Здесь такая умиротворенная обстановка. Я думаю, что это только с пользой будет для всех деток, да даже и для взрослых. Если они хотя бы по чуть-чуть начнутся возвращаться к Богу, начнут верить самые простые истины, которые есть. Возлюби ближнего, как самого себя. И мне кажется, тогда и меньше войн будет, и меньше всяких раздоров на земле. Но в обычное время для деток очень важны такие мероприятия, потому что детки, им нужен заряд положительных эмоций. А в нашем случае, это, скажем так, глоток радости, который может быть продлитым на какое-то время здесь счастливое пребывание. Почему? Потому что детки лишены своей привычной обстановки. Когда этот праздник устраивают, тем более в такой день Святого Николая, одесситы, спасибо вам. Для деток это очень важно. А дети всегда остаются детьми, которые искренне верят в чудо. И по традиции, вне зависимости от того, дома они находятся или в гостеприимной Одессе, загадывают желание святому Николаю. В этом году оно особенное. Я прошу у Николая, чтобы в Донбассе было тихо. Я бы у него хотела попросить
мира и добра всем на свете. Потому что мне очень страшно, чтобы... мне очень страшно, то, что началась война, и мне очень хочется, чтобы мой дом не разбили. Я мечтаю, чтобы в мире все было бы хорошо, чтобы все были дружными и дружили между собой, никогда не ссорились. Праздничное представление, которое показали маленьким зрителям, подготовили воспитанники воскресных школ Одесской епархии. Дети рассказали о жизни святого Николая, о его сострадании и помощи близким. И эти качества, как хорошие семена на доброй почве, дали всходы в душах юных артистов. Я считаю, потому что им трудно в данный момент, ситуация такая. Если бы у нас в городе, в нашем городе замечательно была бы такая ситуация, то я была бы уверена, что дети, которые живут в городе, где мирно, поддержали бы и помогли нам. Поэтому мы стараемся помогать, поддержать морально. И у нас в школе тоже много детей из Донецка, из Луганска. И мы помогаем им, иногда им что-то надо, мы помогаем и просим их не переживать и не унывать. Я хочу им пожелать, чтобы у них все было нормально, и чтобы в стране все уладилось, и они были счастливыми, и все было у них хорошо. Завершился праздник благотворительным ужином, который был с любовью приготовлен рестораном «Свеча». А с собой детки унесли сладкие подарки от Одесской епархии и их родители, иконы Божьей Матери Касперовской, небесной заступницы Одесского региона. На этом наш выпуск подошел к концу. Благодарим за внимание и желаем мира в наших сердцах и домах. Ведь это такое, казалось бы, простое слово, которое сейчас для многих стало самым главным и сакральным в нашей жизни. Мира, добра, благополучия. Всего доброго.